Божьи слова на каждый день. Работа Бога, осуществляемая с целью управления, появилась только благодаря человечеству. Иными словами, она возникла только вследствие существования человечества. До человечества, или в самом начале, когда были сотворены небеса, земля и все живущее на ней, управления не было. Если бы среди всей Божьей работы не существовало практики ради пользы человека, иными словами, если бы Бог не установил соответствующие требования к развращенному человечеству, если бы в работе, которую выполняет Бог, не было пути практики человека, тогда такую работу нельзя было бы назвать Божьим управлением. Если бы вся полнота Божьей работы включала в себя лишь обращение к развращенному человечеству со словами, как именно выполнять их практику, но при этом Бог не выполнял бы никаких собственных дел и не проявлял бы ни капли своего всемогущества или мудрости, тогда независимо от того, насколько высоки требования Бога к человеку и как долго Бог прожил среди людей, человек не смог бы распознать Божий характер. Если бы так случилось, то подобная работа еще меньше стоила бы того, чтобы называться Божьим управлением. Проще говоря, работа Божьего управления – это работа, выполняемая Богом, и вся работа, выполняемая под руководством Бога теми, кого приобрел Бог. Такую работу в итоге можно назвать управлением, и под ней подразумевается Божья работа среди людей, а также сотрудничество с Ним всех тех, кто следует за Ним. Все это вместе – можно назвать управлением. Итак, Божья работа называется видениями, а сотрудничество человека называется практикой. Чем выше Божья работа, то есть чем возвышеннее видение, тем яснее Божий характер, и она идет вразрез с человеческими представлениями, тем выше практика и сотрудничество человека. Чем выше требования к человеку, тем более Божья работа идет вразрез с человеческими представлениями, в результате чего испытания человека и стандарты, которым он должен соответствовать, тоже переходят на более высокий уровень. В заключении этой работы все видения должны исполниться, и то, что от человека требуется воплотить в жизнь, достигнет пика совершенства. Это также будет время, когда каждый будет причислен к определенной категории, ибо то, что человек должен познать, будет ему явлено. Итак, когда видения достигнут своего апогея, работа, соответственно, подойдет к своему завершению, и практика человека тоже войдет в свой зенит. Практика человека – основана на Божьей работе, а Божье управление имеет полноту выражения только благодаря практике человека и сотрудничеству человека. Человек – это образец Божьей работы и объект всей работы Божьего управления, а также продукт всего Божьего управления. Если бы Бог работал один, без сотрудничества с человеком, тогда не было бы ничего, что могло бы выкристаллизовать всю его работу, а в этом случае Божье управление не имело бы ни малейшего смысла. Только выбор соответствующего объекта вне Божьей работы, который может стать выражением этой работы и доказательством ее всемогущества и мудрости, делает возможным достижение цели Божьего управления и достижение цели использования всей этой работы, чтобы полностью повергнуть сатану. Таким образом, человек – это неотделимая часть Божьего управления, единственный, благодаря кому Божье управление может принести плод и достигнуть своей конечной цели. Помимо человека, ни одна другая форма жизни
не может исполнить эту роль. Если человеку предназначено стать кристаллизацией Божьей работы, осуществляемой с целью управления, то необходимо полностью избавиться от непослушания развращенного человечества. Для этого требуется, чтобы у человека была практика, подходящая различным временам, и чтобы Бог выполнял соответствующую работу среди людей. Только таким образом в конечном итоге соберется группа людей, которые выкристаллизуются в Божьей работе, направленной на исправление и управление. Божья работа среди людей не может свидетельствовать о самом Боге посредством работы одного Бога. Подобное свидетельство требует также наличия живых человеческих существ, способных выполнить его работу. Бог сначала будет работать над этими людьми, через которых затем будет проявляться его работа. И таким образом это свидетельство распространится среди творения. И таким образом Бог достигнет цели своей работы. Бог не поражает сатану в одиночку, поскольку он не может нести творением свидетельство о себе напрямую. Если бы он так сделал, то было бы невозможно полностью убедить человека. Поэтому Бог должен работать над человеком, чтобы завоевать его, и только тогда он сможет свидетельствовать о себе перед всем творением. Если бы Бог действовал один, не взаимодействуя с человеком, или если бы не требовалось сотрудничество человека, тогда человек никогда бы не смог познать Божий характер и навечно остался бы в неведении относительно Божьей воли. В этом случае нельзя было бы говорить о работе Божьего управления. Если бы только человек сам по себе стремился, искал и изо всех сил трудился, но не понимал работы Бога, он бы просто терял время впустую. Бездействие Духа Святого – все, что делает человек от сатаны. Оно не покорено и нечестиво. Сатана проявляется во всем, что делает развращенное человечество. Ничто не согласуется с Богом, и все представляют собой воплощение сатаны. Ничто из сказанного не существует отдельно от видений и практики. На основании видений человек находит практику, находит путь послушания, чтобы оставить свои неверные представления и приобрести то, чего у него не было в прошлом. Бог требует, чтобы человек сотрудничал с ним, чтобы человек полностью подчинился его требованиям, и человек просит возможности лицезреть работу, выполненную самим Богом, испытывать на себе всемогущество и силу Бога и познать Божий характер. Все это в целом и есть Божье управление. Союз Бога и человека – и есть управление, величайшее из существующих.